Глава Первоуральска Игорь Кобец провел встречу с жителями Прогресса, Слободы и Кауровки. Сельчане жаловались на плохие дороги, отсутствие освещения и детских площадок. Как власти намерены решать проблемы, расскажем в следующем сюжете. Мне нужно услышать, будет ли наружное освещение и будет ли отсыпка. Если да, то когда? На площадке перед клубом поселка «Прогресс» собрание. Жители трех населенных пунктов и глава Первоуральска встретились, чтобы обсудить наболевшие проблемы. Представители деревни Кауровка жалуются на темные улицы и плохие дороги. Городские власти обещают помочь. В первую очередь установить фонари. Мы посмотрим, если сеть есть, мы рассмотрим, как в этом году это возможно или нет. Если нет, на следующий год мы ее сделаем. В поселок «Прогресс» представители администрации Первоуральска приехали, чтобы из первых уст узнать о проблемах, которые волнуют жителей сельских территорий. Например, мост в Слободе. Доски подлетают, и дальше дети пошли, запинаются, на кружки дети ходят. Глава Первоуральска отвечает, будут искать способы отремонтировать мост или построить новый. Есть же специалисты, кто по этим мостам может, по подвесным. Пригласите, пусть они дадут свое заключение. Ребенку 10 лет и до сих пор нет детской площадки. Установить площадку в Слободе власти пообещали в следующем году. Сейчас жителям села нужно решить, где ее разместить. Жители поселка Прогресс просят отремонтировать клуб, где занимаются их дети и проходят все праздники. Глава Первоуральска предлагает альтернативу – не восстанавливать старое здание, а построить новое. Сегодня мы договорились с инициативной группой о том, что они соберут потребность в кружках, какие нужны. Мы из этого, исходя из этих данных, сделаем расчет, какого размера должен быть клуб, и построим его. Самое главное, что построить можно, главное, чтобы это было всегда востребовано и задействовано. Как говорят сотрудники администрации, такие встречи очень важны. Именно исходя из просьб жителей, впоследствии будет формироваться городской бюджет, откуда и выделят средства на реализацию проектов. Екатерина Котельникова, Денис Храмцов, новости Первоуральск.